Так, ребят, всем привет! Начинаем стрим понемножечку. Do you cup у нас. Соответственно, финал месяца. Вот. Сейчас я вам покажу, что там происходит. Так, ставок никаких нет, к сожалению. Ну, сейчас попробую попросить, чтобы запилили. Короче, вот такая вот у нас сеточка. Корейцев много очень хороших. Китайцы присутствуют здесь в каждой паре фактически. Везде кореец с китайцем. Не знаю, где тут китайцы могут корейцев обыграть, где нет. Бьяна во втором туре. В общем, будем сейчас искать пару, куда можно было бы заскочить, например, и постримить. Ну, не знаю, найду ли я сейчас чего-нибудь быстро или нет. Вот. Ну, постараюсь. Короче, ждем, пока будет какая-нибудь жертва. Так, ребят, сейчас я вспомнил кое-что, последнее дело сегодня. Помимо стрима нужно мне позвонить, воду заказать. Сейчас я вернусь.
Так, ребят. Что-то мне тут Даша звонит, секундочку. Все, ребят, наконец-то я здесь. Вот. Не знаю, сколько будем игру ждать, но придется подождать. Привет, а вас? Нет, про лигу не выкладывал я. Что-то забыл себя с этой пролигой. Ну ладно, с ней попозже разберемся. Ждем пока чего-нибудь здесь, на Дуюкапе. Ну, пока ни хрена вообще не происходит. Не знаю, куда и попасть можно. Много тут достаточно интересных пар, я так понимаю, будет. Возможно, Patience Apocalypse будет. Супер против Кина, возможно, если Цан, правда, не одолеет, конечно. Может быть, сетка, конечно, не... А, может, так, Official Bracket же здесь есть, кстати говоря. Джорни победил. И, возможно, будет струбиться. Ну, ладно, у вас и ликвипедевская сетка. Я же вот эту... Буду для себя использовать, если обновляется чуть быстрее все. Тоже. Ожидаем, ребят, попадания куда-нибудь. Пока игры не видно никакой. Так, куда-то Варди у нас заходит. Куда это он заходит? Оп, Кин против Цана. Ну что же. Так, это уже второй тур. А чё сетку-то никто не обновляет? Выдают. Ну что ж, ну ладно. Главное, в игру попадаю. Что-то по сетке что-то нету, нифига такой еще. Пара даже. Неудобно, я попросил ставочки запилить. А как их запилить, если... Если непонятно, что по парам.
Так, ну что-то пока не начинают, не знаю почему. Ну, вообще, цена на это протус, насколько я помню. Раз это не поставлено. Так что вот так вот. Оп. Началась игра, цанчик, вроде погнали. Так, на самое начало попал. Ну что же. И не зря попал, потому что финал месяца Дую Капа. Здесь достаточно интересные матчи будут. Также у нас сегодня будет финал месяца Гоуф ОСК. Вот. Но это будет позже вечером. Но там играет, по-моему, Бла и Стрэндж, насколько я помню из наших игроков. Ну а пока немножечко корейско-китайского Старкрафта. Который впоследствии с большой вероятностью станет чисто корейским, я имею в виду на дистанции вот по этой сеточке. Наверняка китайцы будут все выбиты. А может быть кто-то удивит, пройдет далеко. Вот, ну призовые великолепные на данном турнире, в финале месяца. $1000 первое место, там, и 300 второе, по-моему, как-то так. Так, газ запилен. Мазеркор пошел 16 пробочек на мейне, добывает минеральчики, газ полностью тоже добывается, одна пробка здесь ездит, собственно, это уже на второй Нексус. При этом всем Протус сыграл с разведкой, как вы понимаете, ничего пока не теряя. Здесь у нас Рипер, реактор на бараке Факта у Кина, и ЦЦшка тоже строится. Так, что-то стыки с продакшном рабочим определенные происходят, но больше Протус не втыкает. Ну, немножечко вторую раскачивает, все стандартно пока. Здесь у нас сныкана КСМ-ка, которая хочет, видимо, который хочет в разведку пойти, в перспективе у нас тиран. Интересное позиционирование, здесь у нас застроечка. На пилончике на этом висит три здания, включая робо, и твайлайтик заказан. Адепт спускается вниз. Опа, найдена КСМ-ка. И адепт уходит домой еще. Ну что же, риперочек выдвигается. Здесь, кстати, пилон интересный. Здесь можно раз гейт, два гейт, и риперу сюда уже и не прыгнуть, это будет, собственно говоря. Рипер тут рядом с третьим нексусом стоит, а
Мусирана тем временем. Лаба под барак под новый. Еще один барак и третья ЦЦшка халявит. Халявит тиранчик. Ну что, Рипер запрыгивать собирается? Оверчаш, ну Твайлайт спалил, конечно, Рипер этот, но Оверчаш нужно было выставлять. Почему? Потому что он бы сюда бы залетел, здесь ни юнитов, ничего нету, гранатку кить сразу начал бы атаковать, это как минимум бы пробочка минус, скорее всего, была, а то, может, и не одна даже. Не скин доконтролил, пока все это прилетело бы сюда. Поэтому за энергию просто забрать юнита, почему бы и нет. Не потерять самому. Третий Нексус заказан, пилончики сейчас пойдут перед Нексусом. Так, давар сталкеров идет. Минуснули сталкера с адептом камня. Тиранчик сканет. Очень пассивно пока игра идет. Здесь вообще выходов никаких нет. Тирана развивается, просто сидит. Так же делает, собственно говоря, и проб. Сидит, развивается. Вот третий Нексус попер. Гейтов есть три штучки. Пилоны как-то разрозненно тоже стоят. Фаржи нету, грейды не делаются. Ну и вижу, после блинка пошел сразу же автоматически, скорость таки адептом пошла. Ну а здесь выход на сталкерах идет, причем очень интересный. Нужно заходить на хайграунд, видит прекрасно кин этот выход. Мариком очень жестко демеджит сейчас прот. Сан, китайский прот, бункер пробивает, между прочим, и можно пушить дальше. Единственное, что сталкеры демеженные, все нужно, конечно же, сплетануть их немножечко. Давар по адептиков идет. Скан пошел от тирана. Сталкеры заходят, а призма летит на мейн. Призма будет сейчас законтраливать. Я чуть не понял, а что так просто сильно испугался-то? Вот этого юнита бояться вообще нет смысла, блин, с сталкерами. Ты подходишь, видишь, какого сталкера он фокусит, сразу его блинкаешь назад, собственно, и все. В это время адепты начинают харасить. Здесь опять врыв пошел. Адепты Марика минуснули. Два адепта. Три адепта телепортируются, точнее, на вторую базу. Залп Минка делает. ПСМ и демеджены все очень сильно. Адептов немножечко не законтролил Проц. Плюс атаки сейчас нету, к сожалению, на них, на адептах. И Марики отбивают. В это время сталкеры стоят просто рядом с третьей базой. Ничего не пытается сделать Сан. Но у него все замечательно в этой игре. У него гиты добавляются в гигантских количествах. Причем он, знаете, как он мазерфордик делает, и делает застройку по периметру. То есть, если сюда пойдут дропы, эти пилоны станут грозным оружием, просто которое будет дропы уничтожать. Ну что же, решение правильное, считаю. Так, что-то циклон тут. Все не может никого вкуснуть, просто не может. Все, подраться Минку не смог убить сейчас. Здесь призма с четырьмя адептами сидит, но несмотря на то, что здесь полудохлые демедженные очень сильно марики в основном стоят. Ну, их 9 штук, и как бы они разорвут этот дроп вообще в хлам. Так, четвертый Некс уже пошел. Адептики везде сидят. Блинк есть. Скорость таки адептам есть. Переход идет в чаш автоматически сейчас. И с чашем-то уже можно будет разваливать нормально. Но нужно архонов добавлять, видимо, сюда к этому чажу. Можно и пару фотонов для надежности. Пилоны пилонами, но обсервера нету. Прилетят какие-нибудь минки, еще что-нибудь прилетит. А то просто что-то начали расслабляться. Особенно вот Сан, смотрю, расслабился. Минок. Минок вообще не ждет сейчас. Призма все еще летает, призма наготове. Здесь у нас либераторы пошли. Фьюжн Кура я не наблюдаю, то есть рейндж либератором пока делаться не будет.
По поводу ставочек, ребята обещали запилить на четвертьфиналы, возможно, на какие-то, не может, не на все, и на полуфиналы. Так что, кому интересно, на кибетике следите. Здесь выдвижение идет, сталкеры адепты. Так, прессинг идет, ребят. Здесь у нас либератор четвертую пытается напрягать. Напрягает вполне успешно. Ну, сейчас переблинкивается. Сан сталкерами выбит либератора, безусловно. Один сталкер пропал, погиб. Еще по одному успел он выстрелить. 200 в 180 по лимиту в пользу Фрукса. Адептами собирается заходить, я так понимаю. Будет сплит адептов или нет? Да, будет сплит адептов. Сплит очень хороший. Сталкеры переблинкуются. Либераторы моментально были отфукушены. Здесь еще три имморталов сзади подходят. Выдавая демедж. Хороший бункер пробивается процессом сейчас. Но тиран с КСМ-ками принимает бой. Еще один имморталов. Четвертый уже по счету подходит в этот бой. Нужен срочный. Да, варп адептов. Адепты как-то поздно наварпились сейчас. Сталкеры уже как переблинкиваются. Адепты помогают развалить, процесс по лимиту очень сильно проседает, при этом двойной дроп ликвидирует 9 часов, фактически полностью ликвидирует базу. Делает залп сейчас ГОСТ ЕМПшкой своей. Так, медиваки все сбил процесс, но как-то не хватает ему здесь армии. У тирана 64 против 30, там с чем-то по боевому лимиту в пользу его. И вынужден отступить сейчас, обратите внимание. Циван. Верчажей очень много напилено сейчас, очень много верчажей. Нужно пытаться прогнать 66-46, в принципе, по рабанку Протс в плюсе, но по боевому лимиту что-то у Протса печально. Да не тот медивак ты сбиваешь. Не тот сбивал, улетел в итоге с одним красным мародером тут медивак, ну. Отбился кое-как Протс, нужно Нексус, нужен запиливать новый нужно. В 2-2 поиграем. Третья атаку укинут. Как-то напал вроде хорошо Протс, но потом с КСМ-ками тиран просто взял КСМ-ки, отбился и все. Был бы довар по адептов пораньше, чтобы снять вот эту шушуру. Чем важны адепты, конечно? Чтобы вот КСМ-ок убивать, конечно, хорошо. Хотя там и зелки помогают, но вот архончиков почему-то Протс сразу не использовал. Тоже для меня загадка, на самом деле, архончики должны были быть там и могли бы подрешать. Нексус 4 зачем-то берет ближний к себе, не знаю, чтобы тиран с хайграунда заходил вот так вот в наглую сейчас и напрягал по ходу дела. А тиран загружается и просто передроп с 5 медиваками, полные 5 медиваков летит на мейн сейчас. Просто так, делает варп сейчас, варп вообще ни о чем, оверчаж ни о чем. Потому что в дропе просто невероятное какие-то количество юнитов. Аптеры прилетает, 2 аптера прилетает. Протс пытается зайти. Какая убожественная застройка! Что ты вообще наделал? Циван. Давар вот так хорошо отыгрывал и такие ошибки. Ну, кин кореец, Циван китаец. Тут как бы говорит очевиден. Но смотрелся очень достойно до определенного момента здесь, конечно. ИМП проходит, дроп вообще всю армию просто разносит. Архон пройти не может, ГГ. Вот что значит нормальную застройку на рампе делать. Нормальную! Матом хочется ругаться. Конечно, не застройка тут и виновата в поражении в целом, но еще можно биться было и биться. Только нужно было здесь нормально отбить этот дроп. Ну что, надо врываться.
ждем хост. Ну, что-то пока не наблюдаю, хост. Не очень быстрая реакция. От сервера, я имею в виду. Так, водички хочется мне налить. Так, а я пока позвоню в воду еще раз. Так, что-то вода не отвечает мне нифига. Что, без воды, что ли? Так, Раптор 91. Я вообще не знаю, про что ты говоришь. Но предполагаю, что про Доту, которая там в Москве идет, я не смотрю, вообще как бы не смотрел ничего. Даже состав не знаю турнира этого, поэтому комментировать никак не могу и не буду. Соответственно, все это дело. Дело такое.
Так, что-то кто-то лагает. Кто это лагает вообще? IG Maxed. Нужно либо не лагать, либо покидать игру по ходу дела. Привет, Фреш. Здесь у нас билд 2 барака Фактакс. В последнее время часто достаточно тираны его стали использовать, вот этот билд. Все-таки кто-то лагает. Есть 340 пинг, но все стабильно работает, в принципе. Добавляется пара гитов, но в таких местах, конечно, лотов пилона сами стреляют, но все равно снизу можно дропами убивать все это дело. Но с другой стороны, да, там единичным дропом, если на пилон оверчаж поставить, уже тяжело это будет выбить. Так, что-то Макса да вообще кумарит. Сейчас надо его кикнуть отсюда как-то. Не знаю, стримит он там, не стримит для китайцев или нет. Покидает игру. Ну все, не должно быть проблем. Так, обсервером залетает. Сван, смотрит, что происходит. 51 медивак строится и реактор под медиваки. Дальше продакшн. То есть первый сейчас дропчик пойдет, наверное, на 8 мариков. Потом, соответственно, по 2 медивака уже будет строиться. Туреток нет, ничего нет. Депошки вроде как строятся, все в порядке у тирана. Дивак что-то не перелетает, точнее Старпорт что-то не перелетает пока вообще. Оп, здесь две минки закопались. Я прошу прощения, вообще этого не заметил. Минки сейчас на КД. Актерер вернулся, минки хладнокровно проц выбил. Кстати, молодец, тут как-то могло погибнуть гораздо больше рабочих. Я так понимаю, но проц их вывел. Спокойно абсолютно, миночки эти. Скан на мейн идет, здесь у нас... Робо Бэй, дестабилизаторы, судя по всему, дропы пойдут. Так, сталкерки подходят. Хороший контроль идет, в принципе. Я не понимаю, что боится вообще сейчас. Куда ты боишься-то? Такие марики перестимпачные. Просто по одному сталкеру отлинкиваю. Вот эту группу мариков вообще бы в клан бы разгромил. Щитов нет, два стимпака подряд. Ну, просто вообще не чувствует такое ощущение таких моментов. Не знаю. Надо на развороте было бой принять да убить просто. Ну, как не получилось. Точнее, он и не пытался, он убегал все время. Ну, то есть...
просто не рискую. Может быть, я не прав, ему просто не хватало контроля, он как бы дома что-то тут строил. Может, дроп какие-то отбивал забегания, поэтому боялся сталкерами так драться. То есть нужно было концентрироваться здесь на контроле полностью. Так, третья сэшечка у тирана перелетела. Здесь скорость атаки адептом. Блинк уже есть. Плюс один уже есть. Армор делается там и там. Вторая фаржа добавляется на второй базе. Фотоночки пошли. Все, нравится мне этот троп. Четко играет достаточно в плане билда, в плане всего. Ну, блин, опять же дестабилизаторы. Сконтролит ли он дестабилизаторов этих или нет? Тоже вопрос. Дир играет дестабилизаторами. Вчера его на пролиге Тивай за это накрыл просто очень жестко медным тазом. Вот. А тот же Зест и тираны из команды как раз таки Тивай самого, они не играют такими темами. Они играют другими темами совершенно. Так, выстрел шел, но выстрел вообще не попал ни в кого, я так понял. Так, перестимпачился тиран, а сталкер просто спрыгнул вниз сейчас. Перелетает тиран на другую ксилнагу, здесь еще один адепт стоит. Куда-то полетел-то адепт стоит, выбей его, ё-моё. Летает туда-сюда. Наконец заметил адепта, просто тоже что-то полгода реагировал. Сразу бы среагировал, адепт бы ушел. В итоге адепт не уходит. Гриды 1-1 в 1-1, здесь у нас 2-2 тоже должно быть заказано, но одна фаржа бездействует в данный момент. Этот тиран будет вперед вырываться. Уже второй робо работает. 162-135, тем не менее экономика у Кина просто колоссальная. И четвертая ЦЦшка. Юнита больше. Но посмотрите вот на эту просто тирановскую наглость. Ну, второе счастье тирана наглость. Туретки только на мейне есть, туретка и минка, все. Ни на третьей, ни на второй нет. Здесь, правда... С другой стороны, здесь прирост стоит. Так, черт, Никс пошел, наконец-то вторая фаржа заработала. Привет всем, кто недавно подошел. Дестабилизаторов 7 штук уже, насколько я вижу. Адепт просто без палева трех мариков разбомбил, тиран их не простимпачил даже. Простимпачил бы, думаю, так не разбомбил бы. На стиме тиран убегает тут от процесса. В это время контрзабегание в другом направлении идет. Дестабилизаторов штук 9, наверное, уже не 8 штук. Это реально большое количество. Адепт падает. Сталкеров нужно взять вперед пойти. Не знаю, что Крот боится здесь. Вот очень боязливо как-то играть. Там три юнита крестом бегает. А он пытается что-то там... Вообще не то, что не пытается. Он наоборот не пытается ничего делать. Как бы тут нужно просто пойти и в лоб убить. Вот как сейчас. И стабилизаторами стреляет. Надо просто сталкерами прогнать. Да, вот так вот сбить медиваки. Постараться. Привет, Рокио. Так, улетает дестабилизатор. Здесь такой широченный фронт, просто перекрытие дестабилизаторами. Сюда, если Проц пойдет, это будет такой расстрел жесткий, что прямо представить страшно на самом деле. Падает адептик.
Здесь у нас позиционная война идет. Ну, четвертый Никс просто добывает, в принципе. От тирана забегание заходит очень серьезное. С двух сторон, что ли, битва будет сейчас происходить, да? Стреляет куда-то в никуда. Тут просто подпустил тирана уже очень близко сейчас к себе. 3-3 грейды делаются раньше, даже чем у тирана. Здесь медиваки на халяву сбривают. Ой, либераторы прилетают на раздачу либераторов. Всех нужно минуснуть сейчас. Дестабилизаторы в молоко куда-то стреляют. Просто абсолютно в молоко. Фокуса нет. Как же дерьмово он подрался. Нахвалил я Протца. Ну, он просто абсолютно не справляется с контролем. Все, что нужно ему было, это через Shift right-кликом профокусить либераторов. И пытаться максимально эффективно дестабилизаторами стрелять. Звучит, конечно, очень легко из моих уст, как бы, но... А как еще победить вот таким вот миксом? По-другому никак. Есть дестабилизатор, надо попадать дестабилизатором. У оппонента есть либератор, и собираешься контрить их сталкерами. Лови на таких ошибках. Такие ошибки — это самое... Вообще, самый момент, когда надо убивать. Вот эти два полудохлых вообще либератора сейчас там... Можно их просто подблинкнуться, убить и все. Но с био делать нечего. Тем более 3-3. Просто 3-3, правда, уже будет готово. Сейчас поля начнем делать. Темпесты строятся. Первые два готовы. И атака уже есть на темпестах. Так, пошел Мазершип сейчас. Мазершип — это интересное решение, но для чего именно Протцу он прямо сейчас вот понадобился, не знаю. Темпестов. Тем более темпесты не строятся сейчас. Принимает бой очередной у нас Протц. Ну, вроде не прям не в хлам его убирает тиран, но убирает на самом деле. Да, еще что-то бегает зад-вперед. Нексус выбит сверху, это причем забеганием каким-то странным. Сэшку Протц спалит, ну с Сэшки пока ничего не поделать. Ну что, дестабилизаторов сейчас вообще много будет. Так, идет замес, выстрелы постоянно идут, марики под ударом. Здесь опять же все под... Смотрите, вот как Протц дерется. Сталкеры бьются с мародерами, либераторы унижают всю остальную землю, весь саппорт. Темпесты отдельно вообще на клике стреляют. То есть Протц вообще не держит кулак, ничего не пытается сделать здесь, чтобы переконтролить бою. То есть он на клике хочет. На клике тогда Архона штормы делает, как бы там... В этом плане немножечко попроще, как бы, хотя тоже контроля много достаточно. Здесь же, если ты не будешь делать то, о чем я уже до этого говорил, сталкерами либераторов фокусить и био именно отстреливать дестабилизаторами, стараться, пока другие юниты бьются с чем нужно, то ничего абсолютно не получится здесь. Так, Кин победил. Супер Айн победителя он ждет. Что там Супер Айн? Без понятия, что там Супер Айн. Короче, ждем чего-нибудь вообще мы тоже. Вот и все.
Так, ждем продолжения, ребят. Буду врываться, как только хост будет какой-нибудь. Сейчас встану на секунду. Попью, что-то жарко сегодня, конечно, как-то. Прям-таки. Так, встал, попил называется. Не успел секунду. Буквально, ну и СК2 импрув придется посмотреть. Вот. Тут ж ничего не поделаешь. Так, ну ждем задержки, там у них 2 минуты. Так, вернулся тут Варди, короче. Так, ну вот, началась игра у него тут. Так, Супер против Айна, кстати, играет. То есть, погодите, они еще, получается, не играли. The music a little loud, I can turn the music down.
Привет, Элю. Так, Пауф, что-то тиран просит там. Так, ну супер очень неплохой игрок такой. На Пролиге вчера играл, вы помните, сначала проиграл, потом развалил Гумихо. Так, ну что, Марики ходят. Интересно, Марики заходят сейчас к суперу. Их 6 штук, по-моему, заходят. Без мазершипа, вот тебе и просто и Марики зашли в итоге неплохо. Минку надо подводить ближе гораздо. Обсервер возвращается. Сейчас на халяву, кстати, тиран заходит здесь и на халяву начинает разваливать. Так, адептов все-таки минуснул. Минка падает. Ну, пробок на убивалайн хорошее количество здесь, я вам скажу. 28-36 по рабам, это серьезное преимущество. Ой, супер, какие ошибки ужасные сейчас допускает. Призма теряется. 70-47 вообще по лимиту. Захожу в следующую игру, отлично. Ребят, досматриваем здесь. Кажется, это минус супер вообще. Так, ну что, супер там пытается поубивать тирану побольше юнитов. Сентри убить не смог. Там у нас пауза пошла. 3-4-59. Все-таки суперу тут ничего не сделать.
Что-то происходит у Тирана там с Кингом вроде как. ГГ супер пишет. Так, 1-0, поехали. Так, инженерка пошла на второй базе. Так, инженерка, интересно, у инженерки, посмотрите, ё-моё, 4 пробки, супер пытается запилить его. Вторая инженерка пошла. Это просто жесть какая-то. Даже не знаю, что суперу делать. Печально это все выглядит очень. Кого-то опять же дропает. Возможно, тирана китайского, собственно, там и дропает. Фризы идут адские какие-то. У меня все в порядке абсолютно. Есть второй газ, густится вар. Наконец-то Нексус заказан. Прилетает Рипер, пробку добивает. Сейчас сразу же, моментально просто, я бы сказал. Здесь выходит сталкер, граната под сталкер. Нужно сваливать сейчас вниз, конечно. Так, вылетел Мазеркор. Патрулирует здесь столик. Этот, куда можно запрыгивать рипером. Двухуровневый клиф такой. Столик, я имел в виду. Ну что, здесь газ бит, соответственно. Кого там дропает-то, я не понимаю, никнейм не появляется до сих пор вообще. Это тирана дропает самого.
Так, здесь выходит. Так, Минка делает залп, минус сталкер. Остальные без полей остаются. Тиран пытается прогнать, ничего не получается. Здесь Миночку нужно выбить. Минку выбил. Марики что-то взад-вперед ходит. А что не взад-вперед-то ходит? Здесь очередной дропщик залетает. Так, Артур Джойс. Тут, на самом деле много накибает таких вот моментов. Что с этими, ну, закрываются как бы темы. Уже, наверное, раз 5-7 писали про такое, как вот тут уж я ничего поделать не могу. Вот, ну будем смотреть в будущем, что там да как. Так, ну что, призма прилетела, особо призмой тут не получилось нахарасить. По лимиту на двадцатку чуть ли тиран, не больше. Хотя просто потерь-то всего-навсего там не пару-тройку юнитов. Поэтому даже кажется странным такой расклад, но... еще нужно преимущество это реализовать. Плюс тут третий Никсус уже готов, который сейчас давать будет очень сильное преимущество. Так, сталкеры умудряются отблинкнуться, супер великолепную реакцию демонстрируют здесь. Минки новенькие строятся, конечно, но тяжело как-то так. Опять лаги пошли, что-то здесь не то. Ну что, ССР-шечка перелетает на третью базу. Идет супер вперед. Как-то просто в хлам сейчас тирана разваливают, что самое интересное. Адептики заходят, часть адептов в минеральную линию вошло, пошло 4 штучки, насколько я вижу. Пытается спуститься сейчас вниз тиран, но... Замечает, что адепты что-то минеральную линию разваливают в хлам. Решил сначала минеральную линию отбить. Просканил, выбил обсервера. Нужно спуститься сейчас вниз на лоу-граунд обязательно, иначе... Так. Энергии у сентри больше нет. Тиран спускается, сентри падают. Падают адепты понемногу, но что-то марики очень сильно страдают, терпят сейчас. Мародеры тоже терпели до поры до времени. Что-то тут летают. Медиваки вперед отдаются. У лимита до сих пор протса больше сейчас. Ой, тирана до сих пор больше. Так, сэшку дэмэджа. Да не, на самом деле, ну... Просто писали многие, я так понимаю, это от... бюджета всей организации зависит, насколько я понимаю. То есть, когда она не очень большая, похоже, как бы это и сказывается. Как бы, ну, других, где оборот значительно выше, там уже другие совершенно лимиты нужны, чтобы так вот делали, как бы, да, как с тобой там. Обрезали, потому что даже, я думаю, в самых жестких, если там
просто выигрывать, только и выигрывать, и выигрывать. Будет жестко. Так, прилетает гигантский прям дроп на мейн. Супер. Очень большой дроп. Здесь еле живут ЦЦшечки. Нужно ЦЦшку вычинить третью обязательно. Дропчик разваливает мейн сейчас. И не понемногу, а быстро достаточно таки. Ну, супер подходит понемножку отбиваться. По лимиту в итоге тирана не так все перспективно, как было буквально недавно. Загружается тиран, пытается улететь. Мародер это посади! Не посадил, мародер прикрыл отступление сейчас. Один медивак погиб. Так, нет, не в Корее лагает, а у китайца лагает. У супера как раз таки ничего абсолютно не лагает здесь. И уходит тут на мую. Выдвигаются еще юниты наверх. Супер видит прекрасно это все. Ну, по лимиту тирана до сих пор больше 90-73. Грейды у тирана отсутствуют. Вообще, то есть у него 0-0, а у Протоса уже 1-1. И это тоже будет сказываться сейчас. Причем не слабо, на самом деле, на битве, на дальнейшей. Так, видит тиран супера. Ну, принимать бой пора. Принимает бой. КСМ-ки вперед пошли. КСМ-ки хорошо могут сейчас затанковать. Тиран обходит сбоку немножечко. Посмотрите, какая он давит здесь. Давит очень жестко. Кажется, у супера проблемы еще больше стали. Хотя по лимиту он в плюсе, но по экономике, вы видите, тиран в минусе, зато боевой какой лимит. Кого дропает-то, я не понимаю. Это тирана дропает или кто-то из обсерверов вообще? Перестимпачился в мясо. Сейчас Сайн супер отбивается, ребята. И с такой экономикой тирану ловить нечего. Только если он эту атаку продавливает. Кстати, шансы еще есть. Тут здесь что-то боевой лимит. Все идет и идет вперед. Но медиваки вообще без энергии уже становятся. Минки что-то дэмэджа вообще не наносит. Прирост минимальный у тирана сейчас. И он где-то вообще очень вдалеке находится. Короче говоря, ГГ. Один-один. Что у нас здесь происходит? Так, спасибо тебе, Димган. Спасибо тебе, Дим. Как ты там, кстати, вернулся с отдыха или нет? Отписывай мне. Вот, и будем разбираться, когда там нам что делать с тобой. Надо по времени подстраиваться. Ну а я пока жду следующую игру. И поиграй тоже еще, конечно, там. У меня такое ощущение, что если бы не лаги, супер бы отлететь мог бы. Сейчас просто, ну, на изичах, что называется. Ну, жаловаться как-то уже тут.
Так, ну отлично, что вернулся. Пиши мне в скайпе, когда там у тебя будет время. Нам там с тобой там что-нибудь запланировать. Ротас измотал наркоманов у медиваков, ваша энергия кончилась. Перекрыл просто водичку в рот. Пить нечего, все, как бы, медиваки воду не завезли. Сушничок там, все дела, упадок сил. Приуныли. Медиваки начали разбирать, чтобы цвет мед сдать просто. Ну, дальнейший кайф. До последнего. Ну, протосы подсуетились. Так, у нас Ульрена карта. Карта очень агрессивная, и протосы играют, соответственно, обратите внимание сейчас. С одной базы опенинг идет. Дилок, Сталкер, Мазеркор. Вообще такого нечасто опенинг увидишь. Здесь один Марик, Реактор, Фата, кстати, в тему такой опенинг, потому что здесь не через Рипера опенинг, через Зилок придет, а здесь всего один товарищ с автоматом стоит, Зилок-то побольше будет. Пробочка еще вперед едет, Мазеркор вперед едет, что-то подпилонить здесь можно, естественно, причем можно с хайграунда прям подпилонить было бы, как мне кажется. Заходит пробка с делком. Ну, пилончик давай сюда в стенку прямо. А что снизу-то? Не знаю, что снизу решил просто. Ну зато КСМ-ка вниз пишет дальше ехать. Вот в такой момент плюсовый. Так, Марик может. И он прям на КГ пошел. Минка не может выстрелить. Пока пробка заходит. Блин, минка под. По зелку все-таки минка в итоге стреляет. Хотел прикрыть, я так понимаю, пилон свой. КСМ-ку сбивает супер сейчас. По потерям у 3 у сталкера, 2 здесь убийства, 1 здесь 4. Короче, просто выгодно разменивается. 6 КСМ-ок уже зашатал. И одного Марика, здесь один зелок, одна пробка всего лишь. Ничего, сейчас еще минка погибнет абсолютно точно. Но минка не даст развивать успех, к сожалению. И нужно пилон сейчас будет минусовать просто. Ну, тиран резво просто, очень резво выдвигается вперед своим дропом. Но здесь есть оракул. Оракул сворачивает так, чтобы... Так, увидел там краешком вижена вообще сейчас этого оракула у нас тиран. Но оракул пролетает к нему. Там Марики с минкой, а здесь оракул просто унижает экономику. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже Марики нормально, на самом деле, дербанят вместе с... Вместе с этой минкой с одной. Но 22-9 по рабам. Вы, как я думаю, можете понять, это печально. Здесь сейчас и Мазеркор энергию подкопит. И Оракул второй выйдет, там Ревелейшн кинет. Минку нужно выманить залп минки пробочкой. Какой-то залп по газу пошел, пробочка падает. Но здесь пилон до сих пор жив даже. Опять этого Макса. Да что его зовут-то, его дропает весь день вообще. Пусть отдохнет, пойдет маленько. Так, Мазеркор полетает. Циклончик приезжает. Ну, есть оверчаш и до свидания. Все, бегает, значит, тиран. Ну, лаги какие-то адовые, конечно. Не знаю, зачем обсерверов звать, когда такая хрень происходит. Варди в какую-то другую игру, кстати, зашел. А, нет, это эта игра была, о чем я говорю. Он просто сейчас не вышел еще.
Ну, ждем, куда прорваться можно было бы. Пока вроде некуда прорваться мне. А, Ким Супер, Ким Супер. Корейская пара сейчас будет. Вот туда-то мы сейчас и будем вырываться. Другая часть сетки что-то пока вообще молчит. Так, все, я здесь. Что-то вода так и не объявилась. Так, что-то там создается. Захожу в игру Супер против Кина, не знаю, как будет.
Так, ну что, силки против апокалипса. Смотрим игру. Так, ну что, здесь у нас, соответственно, 17-я хата Гаспул, овер полетел. Залетает оверочек сейчас. Так, секундочку. Улучшение завершено. Нас тут выносят. Кому нас? Зададим им жару. Развитие завершено. Так, ребят, прошу дико прощения, объявилась вода, сама мне перезвонила, перезвонили люди, вот. Это чё, хэппи, что ли, я чуть не понимаю? Три Марика, Рипер 6 хелбатов. Такой вид хелбат пуша я пока только у хэппи, честно говоря, наблюдал. Медивак вообще не контролится апокалипсом, но хелбаты королев неплохо тут прессуют, я смотрю. Один хелбат вообще еле живой. Вот он падает в итоге. Рипер зато живой здесь может регениться сам начать, даже если его не будут атаковать. Но он все-таки атакует и не получается ни третью хатку отменить, ничего здесь делать фактически не получается апокалипсу. Хелбат куш теряет, ну примерно вровень разменивается. Так, перестали фотонить зерга. Почему перестали фотонить? Фотонят, наверное, иногда бывает. Просто редко это видим. Ну, тут все раньше гораздо получается. То есть, даже если три хаты пул зерк ставит, как бы, то если просто фотонит без Нексуса второго, то у него печально все в итоге становится. Так, здесь Беллингбаст ответный идет. 12 бейнов, 10 лингов. В выходе апокалипс вообще ничего не видит. Но в это время прилетает Либератор. Так, ну факту взрывайся, что ж ты делаешь-то? Да, пошел взрыв, две депошечки падают, в итоге Зерг забегает на ХГ.
на развороте тут Лингов часть дерется. В это время Хелбата заходит на третью хату. Здесь много дронов под ударом. На мейне Либератор. Несмотря на то, что Зерг разваливает Тирана, Тиран разваливает Зерга. Я даже не понимаю, как здесь и отбиваться-то. Медивак плюс Хелбата. И здесь надо Беллингов запилить часть. Обязательно Либератора чем-то нужно выбить. В это время Тирана мейн кэш падает. У него 3 КСМ-ки все лишь осталось. Похоже, что Тирану все-таки здесь не жить. Так, Марика подгрызает, Либератор прилетает на вторую. Да королеву-то можно выводить из рейнджа этой атаки, я вообще не понимаю, что творит такое Зерк. Ну, боевой лимит одинаковый, посмотрите, Тиран побеждает просто. Здесь нечем убить Хелбатов, реально, просто нечем. А тем более Либератор. Вот эта игра. Очень интересно, какое горение здесь идет просто. Утка подгорает. Складываются Хелбаты. Ё-моё, Беллингом вторым. Беллинги взрываются. Апокалипс, какой ты мертвяк. Что ты делаешь вообще? ГГ пишет. Зачем ты складывался в гелионов вообще? Хелбатами добивая экономику. Просто провал полный. Чичун 714, вообще не помню, что таких друзья-то добавлял. Ну, есть тут Чичун. Супер что-то пока не играет, вообще странно. Интересно, в один день у нас этот вообще проходит этот турнир. Ну что, ребятки, 1-0 Зерк. Ну, вот я вообще не понял мува в прошлой игре от Апокалипса. 6 хелбатов с медиваком. Да, там лингов более 20 штук, пару-тройку беллингов, но с медиваком. Хелбаты еще и Либератор. То есть просто Либератором как-то... Либератора по земле хелбатами прикрывает, там можно разрывать было. Зачем он складывался, вообще не понял, если честно. Здорово, Спайк. Так, ты там обещал мне что-то написать. Пиши, как время будет. Там обсудим с тобой тогда. Вот, в ближайшем будущем.
Так. Реактор пошел. Факта строится, барак. Реактор факта. ЦЦшечка через Рипер опенинг. Рипер пока ничего не убил. Сейчас начнет закидывать гранатами понемножку. Так, 7 дрончиков еще заказано. Лейер почти готов, усилки. Ну, скорее не будет это Нидусом, скорее всего, потому что Роуч Уоррен уже был бы запилен, по идее. Вот вижу, Беллинг Несс пошел. На случай хелбат-пуша, я так понимаю. Это будет выход спайр, похоже на то. Хотя и на спайр ресурсов тоже пока нету. Ну, скоро будут. Скан пошел. Линги на второй убегают что-то. Тиран может сейчас испугаться, подумать Нидус. А Зерк вообще ничего не делает. Это Нидус и пошел, посмотрите. Что за запоздалый Нидус-то такой, идиотизм какой-то, я вообще не понимаю. Викинг строится сейчас. И куда этот Нидус будет делаться? На Тауэр Сира делать, залетать какого-то, я не знаю. Здесь уже Марики много. Танк, Минка есть. Викинг не будет сбивать викингов сейчас. Оверсир заказан. Другой оверсир заказан. Викинг минусует. Да и какой тут Нидус? Я не помню. Хотя, если Нидус теоретически как-то успеет доделаться, может что-то получится. Ну, посмотрите. Здесь два танка, здесь миллион мариков уже. Здесь столько дэмэджа, что боюсь, что и королевы-то не будут успевать тупо выходить из Нидуса. Прям тут рядом с Мариками Нидус пошел. Сидит юнитов, там реально много уже в нем. Новые беллинги дополнительные садятся. Королевы будут сейчас выпрыгивать. Да, конечно, они будут выпрыгивать. Все, трансфьюз не успевает. Минус, низ, минус. Королева ГГ понимает, Зерк, что это был полный дебилизм. С его стороны выходит. Вот это да. Называется. Ждем следующую игру. Не понимаю, они что, по очереди играют, что ли, не одновременно? Я не знаю, откуда ты взял кунг-фу кап, но сегодня нету кунг-фу капа. Мы смотрим Дую кап финал месяца. Вот что мы смотрим в данный момент.
Ну что же, поехали. Ну что, 17-я хата. Или даже 16-я получается. Нет, 17-я была, вру, хата. Все правильно. Здесь у нас два барака уже от апокалипсиса. Нужно 3 с риперами будет. Помните, что задержка 2 минуты на данный момент. Так, лайфент, как у нас здесь, кстати? Что за лайфент-то какая? Мы уже новый зарядили лайфент, кого дают? Без корейцев. Кстати, Life and Cup новенький. Интересно. Так, два рипера строятся и третий барак почти готов. То есть это рипер прессинг будет здесь абсолютно очевидный. Первый рипер уже здесь. Два рипера летают харасит уже. Линга одного минуснул, второго минуснул. Нужно свалить немножечко, отрегениться. Что и делает сейчас тиран. Рипер регенится первый. Ну, Зест и Тивай, они сливают на онлайн-капах, но не сливают что-то на ланах совсем. Поэтому, я думаю, тренеры вполне себе не против. Здесь у нас Рубич Ворн уже почти готов у Зерга. Одного рипера сам себе, получается, взорвал вообще тиран. Еще один рипер прилетает, стоит. Зря королев не пытался расшатать, убить. Так, здесь уже почти муфлингом готов. Первый роуч начинает выходить. Нужно отлететь, подрегениться немножечко, и все будет нормально. Так, гранатка покидала апокалипс. Так, запрыгивает на ХГ, лингов маловато, видит прекрасно этот тиран. Контроль очень хорош, пошел рипер контроль. Королеву подрезает под роучи, гранатки поперли. Сейчас уже и роучи можно будет, прям за рабов решил. Ну куда ты в ловушку-то едешь, что ж ты творишь-то? Заезжает зачем-то туда, откуда не выехать просто ему, не вылететь будет. Ну, все-таки вылетело, очень повезло, что тиран просто не взял рабочих, сейчас не сорвал сюда и риперов не заблочил вообще всех. Двадцать один по рабам, тиран уже в плюсе. Вторая цешка ставится, третья пока нет, но инженерки здесь делаются, бараки. И все еще риперов добавляется, тигра здесь. Так, 6 лингов бегает, неприятный расклад, лингов нужно поймать бы, уничтожить как-то было бы. Залетает тиран в это время, королев шатает спокойно, абсолютно. Королева падает номер один, королева падает номер два.
Гранаты там просто разрывают тоже, кстати. Интересный был момент сейчас очень. Так, гоу ФСК не стримил. Гоу ФСК как раз таки сегодня будет. Прибежал зерк и отменил просто ЦЦшку вторую. Что ты будешь делать, называется? ЦЦшка отменена, здесь уже третья хатка ставится. Вот зерк, собственно, и нагоняет. В чем здесь 5 бараков? Улын пошел. Фанерничал что-то здесь. Апокалипс, по-моему, ребят. Пошел улын с КСМами. Зерк прекрасно все дело видит. Есть несколько риперов, есть марики, есть КСМки. Риперы залетают. Гранат по роучам хорошие сейчас проходят. Нужно постоять. Эти ребята отрегенятся. Это ключ вообще, ключевой здесь юнит будет. КСМ их нужно на мою писать. Мариков нужно подкопить бы на мэне. Мародер сейчас уничтожен будет. Все, заходит на хайграунд. Всеми юнитами своими тиран. Риперы раскидывают гранатки. КСМ где-то сзади. Марики заходят. 53-56. Что за чудо игры-то вообще сегодня происходит на данном турнире? КСМки что-то там все в куче. Плетку минуснул, фокуснул наконец. И риперы все живут. Кроме одного все живут. Риперы сейчас новые роучи выходят, линги сзади забегают, лед готовы, тирана в ловушке, тирана в минус, ГГшечка. Так, тайм здесь. Кажется, я чуть не понял. Кажется, у них матчи-то подряд идут все. То есть они не одновременно играют, а... Угу. А что такое? Я говорю, перестаньте снимать. Убить его надо. Голову закрываем.
Так, какую-то хрень тут. Закрываем. Ну что, тайм против тру? Так, ребят, ну значит мы все посмотрим точно, без всяких там этих, вот. Так, 15 КСМ-очек. Опять начинает кого-то там дропать. Что-то сегодня проблема реально. Постоянно какого-то стримера дропает. Это что-то бред какой-то вообще. Если честно, не знаю. Ну что, Рипер нормально тут шпарит тайма. Утру выходит королева новенький, подкидывает там рабочих немножечко. Линга еще одного второго забирает. Отлетает назад, здесь все стандартно. 17-я хата была, там королева мув заказан. Как дропает-то там? Пытается таймовер разбить, но я не понимаю, почему китайцы уже не запретят заходить этому лагающему кому-то там. Постоянно кто-то лагает.
тормоза-то, и все вопросительные знаки ставят. Ну... Так, медивак летит дропаться. Минусует овера сейчас тайм. Минка не успевает вкопаться, вкопалась бы, хотя не здесь спорка, немного бы она дэмэджа нанесла, так и так это минка бы. Здесь третья ЦЦшка пытается тайм как-то нагонять. Три королевы выходит, либератора хотел забрать, я чуть не понял у нас зерк или что он хотел сделать. Либератор залетает прямо на королеву, раскладывается. Королеву все-таки добил, либератор там бомбит лингов, бомбит дронов. Дропаются два марика всего лишь живых сейчас есть. И нужно улетать и либератором, и мариками отсюда всеми нужно улетать. Королева, так, либератор вниз перераскладывают. Королева минусует все-таки либератора в итоге. Здесь трансфьюзы есть, либератор еле улетел, либератор. Медивак еле улетел, но тайм, кстати, смотрите, сныкался от спорки, от королев. Тут мог и потерять, на самом деле, медивак. Идет контрзабегание от Тру. Тайм не успевает закрыть депошки, но беллингов нет и вычинивается все в итоге спокойно, абсолютно. Марики спускаются вниз. И линги ничего сделать не могут. Опять какой-то подлаг был, я даже не заметил, вроде и не было ничего. Один-один готов, почти у тайма армори почти готовы. 50-66 по рабочему. Игра приостановлена. Вот этот обсервер лагает на самом деле. Не знаю, кто это такой, но вижу, что у Тру 2-2 грейды пошли, в отличие от тайма. Возобновлена.
Так, убегает Тру сейчас. Чуть как КСМ-ки поехали до конца этих лингов прогонять. Несколько штук даже погибло. Ну, в итоге линги убиваются мариками. Готово армори, но не заказано 1-1. Близковато к бейлингу марики были, законтролился здесь тайм. Вот 2-2 наконец пошли, говорит, и макрохата есть, четвертый есть, здесь медивак пустой висит, он что-то, видимо, забыл его. Тру сейчас, этот медивак. Так, ну что, медивак что-то тут улетает. Медивак минус в итоге. Здесь какое-то забегание было, беллинги, видимо, взорвались, тут часть минка минуснула. Ну что, тайм вроде как, смотрите, вроде как и 2-2 на половине, и минком закопка, и либератора, и здесь стеночка есть, как бы вроде живет. Единственное, как стеночка здесь с дырками, по-моему, вот здесь вот точно проход есть. Ну, по боевому лимит ситуация близко. Так, забегание лингов, беллингов идет очень жестко. Либераторы третью базу прикрывают сейчас от лингов. В это время тайм идет в контратаку, пытается, по крайней мере, идти в контратаку. Депошку нужно бы закрыть, минки нужно бы закопать. Очень тяжело тут сплетануться идеально, чтобы все убить тайму. 90 на 120 по лимиту, третья база спокойно добывается. Линга Беллинги наконец-то ликвидированы. 2-2 не надо терять, ни в коем случае нельзя терять 2-2 грейды, но одна инженерка погибнет до готовности. Причем это атака, ключевой грейд. Возвращается био тирана назад и может даже вторая атака. Нет, армор не погиб, все-таки в итоге инженерку не пытается вычинить. Короче, ошибки от тайма ужасные. И первую можно было подчинить бы на самом деле. Паузу пишет Тру. Ну что, поехали. Раскладывается либератор. Королеву заминусовал тайм сейчас. Здесь идет контрзабегание. Масс линги. Учинивается бункер. Ну, недолго он вычинивался в итоге. Пару линдов на минку отманил сейчас Тру. Тайм в это время контратакует. Тайма лимита-то боевого больше, обратите внимание. Либераторы пытаются тут все заминусовать, но либераторы под споркой. Контроль вообще отсутствует практически, не знаю. И так даже лаги на такой контроль влиять не могут. ГГ пишет тайм. Полная печаль.
Захожу в игру. Ну что, ребятки, 1-0 тру, вторая игра. Что пишут там вообще? Как мне эти азиаты со своими знаками вопроса еще из первого StarCraft меня бесили. Так, Илюх, да как-нибудь укажи там, не знаю, главное укажи, что там я не на все время, а так заскочу перед поездом с тобой. Вот, не знаю, каким образом. Ну что, 17-я хатка добывается, мув делается, здесь у нас реактор на бараке, факта. Плюс еще один барак слабый, билд старенький достаточно. Так, а сколько у нас время-то? 16:35 уже, ё-моё. Ну что, верочек минус.
здесь другой летает, ну что-то тоже залетел, улетел назад сразу же. Две инженерочки плюс здесь делаются. Так, гранатчики Рипер тут откидывает, уходит наверх. Ну все вообще как бы пока стандартно абсолютно. Хотя нет, почему стандартно-то? Сверхранний стимпак здесь у Тирана. Без третьей ЦЦшки, но 1-1 тоже грейды делаются. И вот уже двойной дроп прилетает от тайма, посмотрите. И его просто не отбить, этот дроп двойной. Деньги новые, конечно, выходят, есть здесь две королевы, я прошу прощения, я все пропустил вообще, как этот дропчик урывался. Овер и минус, разгром на мейне у Зерга происходит абсолютный сейчас. Лейер пытается отфокусить Тиран. Да фокусни ты, Лейер, что ж ты делаешь-то, ё-моё, тормозила ты, блин, что ли? Решил дожать полностью, вообще полностью уничтожил все. Ну что ж, молодец, тайм. Минус Лейер, минус Мейн, минус Зерк, 66 дронов, правда, у него и два пула с перепугу аж заказ. Про запас один заказал у нас. И Рипер такой, откуда не возьмись, говорит, давай, братва, помогу, на раздачу подходи все. Кидает гранатки, зачем ты своих мариков-то взрываешь? Прилетел помощник, а? .49 по рабам, третья ЦЦшка, нет, из такой ситуации уже Зергу не вытащить. Гидравлик. Не знаю, что там за петросянщина у тебя происходит, и при чем здесь Бавруйск. Ну что, забегают био, здесь несколько мариков, две минки, здесь есть, все, и мариками уйти надо. Залп минка делает. Так, несколько баренгов гибнет, остальные выживают. Надо фокуснуть морфящихся тогда, что ли, я не знаю, хотя бы, или что-то сделать надо. Передроп пойдут постоянно, что-то Тиран не дожимает почему-то Зерга. Дроп наверх, дроп вниз, дроп везде, короче говоря. Марики отфокусили, еще пару бейнов, лимит уже на 20-ку больше. Скан пошел. Можно заходить, можно бейлингов пофокусить немножечко было бы. Никеро поддержал ваш канал на сумму 220 рублей ровно. Поддержать малеха, а то грустный что ли. Спасибо тебе, Акира. Да не, никакой не грустный, просто что-то как-то запилился стрим, собственно, и ну, после перерыва все не прийти в норму, и как-то я вот какое-то самочувствие странное у меня, если честно. Вроде выспался, но так в какой-то момент обрубает. Тем более сегодня жара такая, ну не слабая. 24 у нас градуса. Пока, наверное, рекорд. Не рекорд, больше не было, да, в смысле, в этом году еще. А так за поддержку спасибо большое, конечно. Минка эта здесь все еще жива. Стреляет и стреляет, что называется. Но сейчас оверсир будет готов. Минку все-таки будет, скорее всего, уничтожен. Если эти марики, правда, ее не прикроют. А марики, кстати, прикрывают минку. Убивают здесь. Так, залп по оверу пошел. Бейлинги идут вперед. Даже минка не стреляет. В итоге 121 на 88. Тайм мясо тру разносит. Интересный билд. Кстати, надо на заметочку тиранам. Билд хороший именно. Ранний стим с двойным дропом 16 мариков. Подобные билды не раз я наблюдал, но вот это, по-моему, сверх какой-то ранний дроп тут прямо. Дроп 16 мариков со стимом, против них только
только линги и королевы, когда и там только пару беллингов по факту зерк делает, но он просто физически отбиться не может. Так, да, смотрим, ладно, Time is True, там супер скином уже собирается играть, насколько я понимаю. Ну, раз уж Time здесь, Юра Time любит, и вообще как-то на 1-1 некрасиво заканчивать, как бы, ну вот, давайте посмотрим все-таки. Ну что, 1-1. Так, ну что? Вроде как не лагает у игроков, поэтому они так и пишут, судя по всему, nice good, там тролливали. Здесь у нас через реперёночка опенинг. Реперёночка. Респы ближние, но по воздуху ближние. Летит овер вперед. Так, заметил, true, что добываются минералы. Чисто по анимации добычи, вот по вот этому вот свечению, собственно говоря, овера отводят. Здесь у нас после рипера Марик и реактор потом будет. Рипер летит вперед, но здесь никого не будет. Знают марики камни тут нагрызать.
Пошел Evolution. Передропы явные будут здесь. А, кстати, это вообще похоже королева Линга дроп. То есть королевы добавляются, базы всего две. Вообще я давненько таких билдов не видел. Именно вот с передропами такими целенаправленными. Но я не понимаю, что это еще может быть. Потому что третья хата вообще зерк не ставит. Еще одна королева пошла, вы как видите. Я думаю, прекрасно сейчас это дело оверморфится номер один. Сейчас еще один овер заморфится, да? Четыре королевы уже сейчас могут сесть в ближайшее время. Что еще? А, это не королева, это муха овером делается. Три королевы плюс линги. Так, а что линги? Чуть линги пока не садятся. Ну что, королевы летят, овер летит. Со второй базы КСМ-ки уводятся, депошка открыта. Ну так, что-то закрыто. Открыто королевы прямо на Мариков летят. Что за бред? Так. Так, на развороте тут принимает королевами медиваки. Здесь у нас зерк. Дропчик лингов пошел. Копаются минки. Минку нужно выманить залп нормально, чтобы она не по королевам стрельнула, а по каким-то лингам, видимо. Тиран вообще залп не делает. Боится, что рабочих своих подобреет, я так понимаю. И отбивается тайм от тру сейчас. Отбивается. В это время линги вторую пытаются базу напрягать. Но тут особо не понапрягаешь. Так, минка делает залп. Танк есть один. Королевы дропают, королевы падают практически моментально. Успевает тру их заводить. Забирать, увозить точнее. Минка вообще где-то не там находится. Сейчас минка бы залп помог бы очень неплохо. Привет, НСК Реалити. Моргать не должно, моргать не должно. Все вроде нормально. F5, если что, просто. Я думаю, должно помогать здесь. Так, залп по лингам сейчас идет. Два линга в никуда. Уничтожаются, точнее, не в никуда, уничтожаются танком. Как тайм спустился поначалу неплохо, и какой провал его здесь ждал. Опять же, маслинги, зерк улынет. Либератор летит вперед прямо через две королевы, но это фейл, конечно. Здесь есть спорка, вот правда Evolution таким образом стоит, что может где-то здесь разложиться, и спорку, мне кажется, будет и не перевести, собственно говоря. Так, выкапывается спорка, перекапывается, либератор складывать, уводить нужно тайму, что он, собственно говоря, и делает. Уводит либератор, да, все нормально. Вот отсюда, с этой позиции, может, как-то нужно было бы под площадь залететь. И спайр пошел уже. Либератор, по-моему, уничтожен был сейчас только что. Так, линги бегут, 4 моряка загуляло здесь. Какие-то ошибки от тайма. Что он делает, вообще не пойму. Что до сих пор лимит нормальный, кстати говоря. Сейчас еще стимпак заказать просто, и вообще нормально все может быть. В это время два танка прилетают в карась просто-напросто. Мейн. Королевы плюс так, споркой отогнал, королевами отогнал. Кстати, можно и тру примерно то это и делает, то есть можно пользоваться тем, чем пользуется Fire Kick, например. Он вначале от всяких харасов танками просто делает именно муфовером. Ну, по дефолту зерги его делают Evolution, и там пару-тройку королев возит просто за танком. Не дает ему нормально напрягать, королевы дропаются, прогоняют все. Много тут что-то лингов на мэне скопилось.
Здесь какие-то странные позиционирования депошек. Вот почему такие, такие ряды. Ладно, здесь закрыто. Сзади как бы депошка инженерка. А здесь что вот это вот непонятное за выстраивание. Так, кстати, уже ж должен был выйти новый патч давным-давно, что-то я вот не обращаю внимания, изменили ли там дэмэдж либератором или нет вообще. Ну и выход от тайма идет. По лимиту, посмотрите, 60 боевого на 63 примерно, кстати говоря. То есть тиранчика даже побольше. Ну, тайм со щитами втыкает очень сильно. То есть без щитов будет биться в итоге. Муталинги здесь были. Прогоняет тиран муталингов. Церковь на халяву танки забирают. Летают оверы, нужно оверов минусовать. Щиты не готовы. Тимпак, ну как тайм контролит так криво? Ну собери, соберись ты все в кучу, чтобы шло все в куче. Так, летит, тайм дальше идет. Ну тут уже лимит, конечно, не такой, как выходил, подходит. Очень много боевого лимита сейчас еще только идет сюда. Ну вот есть вот много мариков, поддается. Вроде как шансы есть до сих пор, но какие-то косяки, конечно, такие, что марики отдаются постоянно, там все отдается. Не отдавались бы марики, может быть, что-то получилось бы. Выход какой-то странный. Очень много косяков контроля именно у тайма в этой игре присутствует. И не хватает ему, просто не хватает юнитов. Контроль посредственный такой был. Тайм 2-1 труп. Так, ну что, ждем продолжения. По идее, Чик против Элайва должен играть сейчас. Если нет, то просто я не знаю, что там должно быть тогда. Супер игру в своей игре менее минуты. Блин, вот чуть-чуть не дождались мы вообще. Решил патч отложить пока Дэвид Ким. Посмотрим, что будет в итоге. А фотоночки, конечно. То, что против мутки сильнее, это очень круто. Там в этом патче было.
Ну что, ребят? Я не знаю, Чик ли против Элайва, или что здесь будет. Да нет, звук есть, все есть. Так, Элайв. А все, Элайв, кстати, бьется. ТВТ у нас будет сейчас. Элайв против Чика, да? И Чичун, он тут у нас тоже есть, оказывается. Кто такой Чичун? Он же в игре только был, что? Чичун это Чик, либо кто-то, я вообще, а нет, Мастер Лига. Да я хрен знает, кто такой вообще. Чичун? Элайв, что ли, Чичун? Может, и Элайв Чичун даже. Так, здесь у нас газ первый. Угу. И прокси бараки при этом. Вот это новость. Так, КСМ-очка уезжает. Вот Элайва. Сейчас он увидит, что здесь абсолютно ничего нет. А здесь уже третий барак. Все это три барака риперы. Два строятся, то есть опережение вообще полное. Но это и полный улын при этом всем. Заказан второй барак сейчас у Элайва, заказана фактурка, но все будет зависеть от контроля риперов именно, по-другому здесь ну никак. Залетает первый рипер, начинает громить рабочих здесь. Себя гранатой не взорвал, ну улетает, нужно второго ждать сейчас обязательно. Сейчас отрегенится хпнчик. Все, по три рипера строится. Здесь у нас граната пошла. Двумя риперами залетает, убивает одного. Блин, потерял рипера сейчас на ровном месте. Чик. Нужно разворачиваться, опять же, залетать двумя риперками. Здесь два марика уже строятся. Реактор есть. Так, кто это пришел, не знаю. Сейчас на разворотике. Пойду открою, пока смотрите, ребят, ФП. Так, а это мои ребята пришли. Ну что, продолжается прессинг. Ну и Элайв отбился. Плохое исполнение, что я могу тут сказать. Плохое исполнение было со стороны желтого тиранчика, со стороны Чика. Хотя, посмотрите-ка, продолжается прессинг. Тут Гелиона выходит и... Как бы ни старался здесь... Мух видели. Чик, мух видели? В одежде прямо.
Они летали туда. Они летали. Они хотели мишки пить. Покашка хотели покупать. Вот они какие. Пойдешь к папе на коленки, Маш? Пойдем. Давай. Мы пошли. Оп. Это кнопочки, вот ты боялся? Кнопочки, да, жму иногда на них я. Бывает. Это большие кнопки. Угу. Тоже будешь нажимать, подрастешь, да? Да. Мама, как мне сделали? Да, ну пройдет скоро. Дай носик поцелую. Соскучился папа. Вот сейчас скучился. Дай. А ты по чалику соскучилась, да? Да. Вот у меня ляло. Угу. Ну что, начинается вторая игра. Поехали. А вот и чалик, подкрыв пасть свою, ходит тут. Пасть. Маш, дай обниму тебя. Это коврик такой. Угу. Вот смотри, тут видит все отсюда. Вон. Ручкой можно сюда помахать. Не будешь махать? Нет. Ну и правильно. Не надо, да? Вот какая Маша радостная, а? И чалик завалился тут. Хочешь слезть, Маша? Хочу. Давай. Оп! Это мама и Костя. А ты что? А ты что? Дай. Доктор, я тут. Так. Ну все, что-то я уж и забыл, что комментировать надо. Сейчас, секундочку, ребят. Да, Шульки. Так, вот ты что тут завалился? Димашу приветствую. Правильно. Чалик пошел куда-то там. Так, ребят. Ну что, Чик против Элайва, вторая игра. Опять же реперочек здесь передумал играть. Я вот думал, что там три барака, масс-риперы заходят вообще на ура, и это будет минус вообще Элайв. Но недостаточно крутой исполнитель. А в чем, кстати, там суть была? В первом замесе, когда двумя риперами правильно залетел, инициативно двумя риперами фокусить одного там тиран, но в итоге одного рипера отдал сам. КСМ-ки там как-то нелепо его зажали. Вот если бы два выжило... Отрегенилась бы, там вообще бы можно было бы убивать бы. Так, ребят, 500 на Тинькофф приходит, не знаю, кто-то вы присылали, или я там с PayPal 500 выводил как-то тут недавно, что тоже вы присылали, спасибо большое, в любом случае, на Тинькове комментариев нет, скорее всего, с PayPal, если я не прав, то отпишите, кто, добавлю вас в список.
Ну что, потери Рипера у Лайва. Здесь у нас Марики плюс танк, плюс еще танк, плюс еще медивак. Этот медивак проверяет Ксилнагу. Ничего не получилось найти в итоге. А, это, кстати, дроп двойной получается будет. То есть Марики и два танка будут в дропе. Что у нас здесь есть викинг? Куда дроп летит? Прям через Ксилнагу. Как вот можно так действовать? Я не понимаю. Вроде как бы все четко. Вроде как и лимит боевой, и технологии, и здесь медивак есть, но летит через Ксилнагу. В итоге переконтраливаются, тут как все Марики, правда, у Лайва на муви сейчас отдаются. Но нужно как-то вот под танк бы залететь. А как под танк залететь? Даже фиг знает, как туда залететь-то. Марики вычиниваются. Танки нужно сплетануть. Зайти спокойно на ХГ. Что и делает сейчас Чик. Но сверху есть новый танк. Вот побыстрее бы заходил, пока этого танка не было. То можно бы что-нибудь здесь и сделал бы, может быть. Но зашел, когда уже новенький танк вышел. Все, уже ничего не сделать практически. Так, Банша залетает. Что Банша собирается сделать? Ну, понятно, развалить всю минеральную линию она. Но сможет ли развалить здесь действительно так много рабочих у нас Чик? Несколько развалил. Вот здесь рабочему повезло. У него один ХП был до его гибели фактически. Да, это он у бабушки плавает там. Сейчас, Паншуль, погоди, я занят пока. Скоро подойду. Рыбки плавают. Так, ГГ. Пока отвлекся, прилетел дроп от Лайва. И ГГ-нчик. Сейчас вернусь.
Так, все, я здесь. Я чуть не понял, это что за хрень вообще? А. Это походу Life and Cup, что ли? Я чуть не понял. А do you cup? Да, меня кикают, это другой турнир, все, я понял. А что do you cup тогда, я чуть не понимаю, он не сегодня, что ли, продолжение? Сейчас посмотрим. Супер там игры играет. Честно говоря, пока не могу понять, что-то там. Так, дату проведения надо посмотреть. Так, смотрите, что написано здесь. 2016-05-10 будет РО-16. Ага, ага. А остальное под вопросом. Решили, что за день не будут проводить, будет все как бы идти подряд там. Ну, интересно, молодцы. Посмотрим, что дальше. Делаю стоп-старт, ребят.